Так, ребята, я вас всех приветствую на своего канал Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня пятница в 2023 году, и у нас сегодня, как обычно, небольшой обзор. Обзор про автономное приватное прицеп от компании Нефас Пак от автор Игорь Янковская. Все ссылка будет находиться под видео в описании. Так, ребята, версия игры у нас 1.49.2.15S Steam лицензия с дополнением DLC. Так, ладно, ребята, тут как обычно ничего делать не будем. Попадем покупка прицепа. Так, и вот, ребята, как видите, как мы видим, кроме вот этого культурной. То есть и государственная культурная безопасность, и там Филденер. То есть смотрите, то есть и от автора Игорь Янковский предоставлено вот этот 2 экземпляр, то есть и два варианта. Давайте по конфигурации, да, для тех, кто на тандем, если для тех, у кого есть тандемовский прицеп. То есть смотрите, тут очень большое изменение, очень большое исправление. Также он на везде, на любой сборке, что там автономное, что не автономное, везде он готов работать. То есть и тут имеем от компании Итека, то есть прошу прощения. То есть и также тут есть двойная отцепка, видите, с таким, то есть предоставлена от автора Егор Янковская. То есть он как бы, как говорится, надо иметь уважение чужое труда. Вот, да, естественно, что еще раз буду повторить, что еще, естественно, что она является приватным версией, как бы, вот. То есть, и тут у нас двойная цепка, то есть, и такой, для тех, кто хочет двойной, пожалуйста, двойной. Также здесь у нас одна вариант краска. Так, также у нас тут это самое имеется, либо боковая юбка, либо боковая ящик. И тут тоже сам такая же история. И тут тоже сам такая же история. А, тут как бы можно шин добавить. И а тут это уже у нас задний брызговик от компании КамАЗа. Как бы вот она, видите. Вот. Так, ладно, что мы тут имеем? Так, ладно. Ну да, естественно, что я его брать не буду, конечно. Так, ладно, мы его принимаем. То есть, смотрите, и есть как бы ADAS. Вот тоже идет как бы в комплекте идет Нефас Пак, то есть от Егор Янковская, то есть вот что мы тут имеем, как раз для наш КамАЗ он также отличный вариант, функция кабеля есть исправлена, ребята, вообще не знаю кому как, вообще круто все сделано. То есть, да, я понимаю, что сейчас везде она валяется, везде везде как бы выложено, как бы везде, но это не та, которую вы думаете. Тут вообще другая история, как бы, вот. Другая тема, другая история. Если такая вариант, если такая тентовый вариант, такой советская, видите, также все это дело исправлено, видите, все класс, все круто сделано, конечно. Так, что мы тут имеем? Разное. Если такой, цистерна, ржавший, с огнетушителем. Есть цементовоз, если такой, ОДАС, по-моему, ОДАС. Они все, хотя идет, все ОДАС идет. Такой есть рефрижератор советской времена 2519 МР, либо ММР, либо МП, типа того, МР все такое же. Если такая, опять 25, так, есть стартовый вариант, есть вот такой, перевозка контейнеровоз, как бы, не знаю, тюнинг, посмотрим, тюнинг туда, это точно контейнеровоз, можно, контейнер можно возить, шин как бы своя, как бы, видите, все свое, как бы, тут лично пока никакие, ничего мы тут не видим, видите, все как бы красота, все классно, передумано. Так, ладно, также мы его принимаем. Так, что еще? Вот сам Нефас, конечно, большая исправлена, большое изменение, добавлено вездеходный вариант. Давайте. Одиночный, как бы, одиночный прицеп. Также тут
имеем, то есть и чистое огнеопасное для перевозка топлива, нефтяная продукта. Есть зеленый, есть такой. Да, естественно, что при себя тюнинг имеется только колеса можно менять как бы и все. Так, и идем дальше. Так, также у нас тут есть типа 6 на 4 шасси, есть двойная и есть двойной такой же. Так, что еще мы тут имеем? Функция. А, краска, краска. Краска у нас тут прописана один как бы. Но он сказал, что следующее еще будем исправлять как бы. Вот. Так, вот еще можно возить бревна, там всякие различные дерево, там брусы можно возить, все можно возить с названия КамАЗа. Тюнинг, естественно, что имеется. Так, есть такой вариант, брызговик. Есть Россия, как бы, видите, есть Long Vehicle, есть вот такая же, типа английская вариант, типа того, и такая вариант. То же самое, одно и то же, стартовый вариант, также стартовый вариант. Также мы тут еще имеем, а, все, она просто как бы, с ним ничего не пока, как она там, S-ZAL там, 9905. Также тут шины можно, также можно шины как бы добавить, вот с таким, видите, не знаю кому как, но смотрится, да, это для тех, кто любитель возить груз на таком, на таком прицепа как бы, на советской прицепа, видите, смотрится, не знаю кому как, но смотрится неплохо. Также имеется функция кабелей, все тут исправлено, джост или как там называется, джост, вот. И давайте идем следующий вариант. Так, ну это не та как бы, тут тоже вот еще одна, тоже предоставлена от автора Егор Янковская, то есть и также смотрим, круто все исправлено, видите, все она исправлена. Также, ребята, это еще не все. Также при себя имеется своя груза. Давайте вот, если кто помнит, то есть и перевозка нефтяная продукта, топливо нефтяная продукта, если кто помнит из фильма «Дальнобойщика». Вот это и есть. То есть, смотрите, тут имеем одиночное. Так, один... Да, есть тут у нас, да, видите, скины у нас начинаются меняться, как бы, есть огнеопасно, и есть Роснефть, российская нефтяная компания, давай-ка это берем, пускай как будет устаревшая, ну, как у фильма «Дальнобойщика» есть, вот давайте вот это оставляем. Так, краска тут особо как бы не прописана. Не знаю почему, можно как бы, потом вы можете к нему обратиться, чтобы он взял, прописал и исправил краска. Ну, если так взять, она и так как бы неплохо все передумано. Так, что еще мы тут имеем? Про конфигурация давайте мы его сразу приобретем и посмотрим, будем сравнить с другим, как бы, есть вот такой, тут, по-моему, я не знаю, тут, а, ведра, то есть, тут у нас тюнинг имеется, небольшая тюнинг прописано, тут все свое, давайте вот сюда мы можем оставить вот сюда, как бы там R, видите, как все прекрасно, все как бы красота, все сделано, видите, R, и тут у нас будет L, как бы, вот, L, вот, а вот тут можно какой-нибудь загонять, я не знаю, там, любой освещение. Не знаю, если включить, то видите, отображает, видите, все прекрасным духом работает. Так, ладно, мы вырубим. Также мы тут добавим вот это. Я не знаю, они как бы 5, 6 и 6 по ценам одно и то же. Ну, давайте оставляем. Посмотрим, они чем будет отличаться из друг друга, как бы. Вот. И тут тоже самое, такая же история. Вот. Ну да, это для тех, кто хочет на советской тягача, и типа как КамАЗа, там, Минский автомобильный завод, и также для тех, кто хочет возить. Вот, кстати, я вчера на стрима, я на нем возил груз вообще, и насчет управления, красота сделана, вообще прикольно, как бы. Да, естественно, что она
Еще раз буду повторять, что она является приватным версией. Есть бесплатная версия, конечно, есть, я не говорю, что нету, есть там много всяких вариантов, а то есть много всяких различных, можете также обратиться, но это не то, которое вы думаете, тут совсем другая тема и совсем другая история, как бы, вот, а по-другому как бы никак, вот. Давайте сейчас быстренько пройдемся. Там несколько прицепов сейчас перед вами приобретем. Как раз я его начал запускать на автономная карта. Там, по-моему, Суровка R6, по-моему. Да, там сейчас посмотрим, как все это дело будет работать. Потому что есть некоторый прицеп, который идет там бесплатный вариант. Особо как бы не прописано на всякие автономные карты особо как бы не прописано. А тут сейчас посмотрим. Я всего лишь как я получил у автора. Вот. Как бы вообще я еще... Ну да, я на автономный, я потестировал на автономный. Ну, не автономный, то есть, прошу прощения, на сборка. Я потестировал, все прекрасным духом работало. А вот эту тут у нас можно... Там, по-моему, что это у нас обычно, это у нас летная, по-моему, а это у нас зимняя, там, типа того, там, запаска 1, запаска 2, я особо как бы не понял. А, все понятно, ну ладно, там, оставляем, как бы, вот, ведро, как бы, все, как бы, а по поводу шина, так, шина, тут, смотрите, ребята, тут очень много всяких различных шин, но... Как говорится, есть одно но. Тут я оставлю свой, конечно, да, естественно, что она у вас не будет. Если кому-то так сильно будет интересно, вы можете писать в личку. В личку пишите и будем помогать, как бы. Как говорится, служба-служба, дружба-дружба. Вот. А по поводу сам прицепа вы можете обратиться прямо к автору. Автор Игорь Янковский. То есть вот. Все с этим уже удалось разобраться полностью, как бы получилось, как бы, как что, чего. Так, что ж, все, давайте мы его принимаем. Так, купить, это у нас первое мы купили, еще там. Теперь, давайте теперь перейдем, также еще раз, покупка прицеп, не та, конечно. Вот она. А, не, мы его приобрели, по-моему. А, это другое. Это тоже идет в комплекте. Вот это, кстати, тоже идет. Видите, ребята, я немножко торопился перед вами. Также прописана функция капелей. Как бы тут, не знаю, тюнинг имеется. Тюнинг тут у нас имеется. Да, видите, все как бы исправил. Как бы Игорь Янковский, надо иметь уважение чужой труда. Как бы все прекрасным духом работает, то есть, ну, вот, надо как бы все это дело, надо потестировать. Тут видите, да, вот надо ему попросить, чтобы вот сюда тоже он, что добавил такую возможность, чтобы могли вот это реле туда установить, как бы, и все, как бы. А так тут больше мы тут ничего мы сверхъестественно. Но дальнейшее он сказал, что в дальнейшем мы будем его как бы исправить, как бы, да. Вот такие пироги. Ну давайте и вот это заодно как бы быстренько пройдем, как бы посмотрим, как что чего будет работать. Я что имел в виду, будет ли работать или нет на автономная сборка, потому что я вчера не на автономной сборке я возил на нем именно не на цистерна, конечно, а там на другой как бы по-моему, на тентовый вариант было как бы вот. Ну да, не знаю, кому как, мне как бы, я как увидел, и сразу мне понравилось, я вчера на каком-то сборке я на нем начал возить, как, то есть, смотрите, тут либо можно шин добавить, ну, там, запаску, либо все такое же можно ведро, видите, тут еще мы, а, все понятно, мы с этого разобрались, также тут небольшой фонарик, можно освещение, вот. Вот, давайте-то будем сравнить с этой, чем она будет отличаться, как бы. Так, по поводу краска, тут как бы особо также не прописано, ну, хотя и так, как бы, цвет желтый, как бы, особо неплохо, как бы, себе, с названием огнеопасно. Ладно, также мы его приобретем, как бы, вот, тоже сюда,
На Красноярск. Так, теперь давай-ка-то... Так, это у нас не та. Так, где у нас Нефас? Вот. Давайте, я не знаю, там какие для... Чтобы и мне было интересно, и вам было... Ну, то есть и мне было понятно, и вам было интересно. Давайте берем зеленое. А, нет, подождите. Так, зачем купить? Сначала по конфиг. Так, смотрим, что мы тут имеем. Так, смотрите, ребята, есть одиночная прицеп, как бы, двойная цепка не имеется, шасси один, как бы. Так, по поводу краски гамма, тут очень много. Ну, ребята, я покажу перед вами, я тыкать не буду, как бы, и так, как бы, надеюсь, что понятно. Вот. Так, смотрим, что еще мы тут имеем дополнение там про тюнинг. Тюнинг у нас боковая юбка, либо оставить, либо убрать, это ваш вариант, как бы. Также тут у нас запаска есть такое, типа летная. Это у нас кирпичная, это у нас летная, это у нас, по-моему, зимная. Это у нас одна. Давай-ка это зимно. Все такое же у вас. И у нас как бы зима, поэтому пускай будет. Так, что еще мы тут имеем? Задний брызговик с названием КамАЗа. Есть такая. Есть такой. Без названия. С названием короткое. Давайте вот это оставляем. Так, тут понятное дело как бы. Так, по поводу вот эта шина. Пускай будет так. Ну, как бы... Смотрится как бы неплохо, конечно. Уже как бы все как бы. Но по поводу вот эта шина, это у меня как бы своя. Это тут мой свой как бы шин, как бы. Мой я чистым с трудом, я для себя как бы я начал сделать как бы. Вот, все уже как бы. Тут больше ничего сверхъестественного. Я специально взял ну, не тентовый. То есть, а, тут еще мы имеем два варианта. Брызговик, вот надо этот Игорь Янковского надо попросить, чтобы на следующую обновленную версию добавил тут какой-нибудь анимационный брызговик, чтобы все было при, чтобы ну и так как бы все неплохо сделано, как бы исправлено, добавлено. Ладно, ребята, купим его тоже в одной месте. Давай-ка-то теперь, ребята, давай-ка-то будем сравнить, как бы вот так. Давайте сейчас прицеп. Давай-ка-то вот эту взять, естественно, посмотрим, как на наш КамАЗчик будет выполнять. Так, как видите, как мы видим. Так, теперь давайте сначала ночь. Ночь. GC time надо найти. Вот полуночь. Сначала посмотрим, как у нас она будет выполнять, как бы. Так, ребята, как видите, как мы видим, давайте немного вперед дадим, как бы. Давайте. Все. Теперь смотрите. Так, лево имеется, право имеется, аварийка имеется, реверс. Реверс есть, как видите, как мы видим. Так. Ну, тут как бы проверить нечего проверить, как бы и так как бы все понятно. То есть я имею в виду, что все исправлено. Так, отцепляем. Так. Отъедем. Так, зацепим. Функция кабелей. Смотрим. Функция кабелей имеется. Функция кабелей все имеется, все прекрасным духом работает. Теперь давай-ка-то посмотрим насчет груз. Да, естественно, что сейчас мы находимся на автономной сборке, название «Суровая Россия R6», как бы. Вот, давайте посмотрим. Как видите, как мы видим, все везде прописано. Ну, хотя, как бы, я вчера, если кто помнит, я на стрима, я на нем, на Минск автомобильный завод, ну, там 6422,
Желло, как бы я на нем начал груз возить, как бы на возил груз, как бы вот именно на таком. Ну да, у меня там стендов варианта было, как бы все нормальным духом работало. И также тут, видите, да, все как бы везде, где-нигде, везде работает. Можно там арматура, там арматура, там тюк, солома, там металлические балка, там всякие-всякие можно возить, конечно. Вот давай-ка-то попробуем, берем вот эту. Вот это берем, как бы почта. Ну, там, я не знаю, как. Сейчас, подождите. Давайте сейчас быстренько потелепортуем, как бы. Сейчас быстренько, ребята. Мигом постараюсь, чтобы лишнее время не задержать, конечно. Вот она у нас почта. Вот она. Вот сейчас. Давайте сейчас быстренько, мигом. А, видите? Так, давайте. Это у нас вот это было, да? Давайте, сейчас. Не знаю, там... Короче, видите, давайте мигом быстренько. Полететь, как бы. Вот. А, вот она, видите, повезло, конечно. Быстренько сейчас. Так, смотрим, ребята. Посмотрим, как она прописана ли или не прописана. Вау, ребята, да вы поглядите, как все это дело выглядит, ребята. Вот попробуйте со мной согласитесь. Вообще круто сделано. Вообще классно, прикольно сделано. И на наш КамАЗчик также неплохо подойдет. Вообще, мне кажется, что как будто она так и должна быть. Хотя они все идет как бы. Приватная версия, как бы приватная. Вот она, видите, вообще круто сделано. Так, и давайте уже с этого удалось разобраться. Давайте теперь отменяем заказы. Теперь давай-ка-то перейдем. У нас там два цистерна. Вот она, два цистерна. Давайте вот эту отправим в гараж, как бы. Вот, и давайте там нефазовская идет. Также нефазовская и есть вот это. Давайте сначала нефазовская. Вот нефазовская. И теперь давайте сразу быстро побежимся на грузу. Также, ребята, видите, да, все своя. Все где-нигде, она везде будет выполнять где-нигде. Хотя у нас тут автономная сборка. Видите, все везде, где-нигде, везде она работает. Есть некоторые прицепа, которые идет там бесплатный вариант, вообще абсолютно не прописано. А тут как бы все как располагается. Да, это естественно для тех, кто хочет именно для тех, кто хочет возить груз именно на такой не длинной, не длинная, не короткая, как бы, ну, не длинная, как бы вот прицепчик. Давайте теперь перейдем на другой там. Это у нас нефас, то есть цистерна. Давайте мы его тоже отправим в гараж. И давай-ка-то на нем, как бы. Давайте и вот это проверим. Так, взять, естественно, зацепить. Так, теперь посмотрим. Груз. Вот. И тут то же самое, одно и то же. Видите, да? Все, где-нигде, везде она будет. Где-нигде, везде она готова работать. Ну, по поводу этой цепки вы можете обратиться прямо к автору Игорь Янковская. Характеристики про этот прицеп я оставлю в описании. Также ссылку про этот прицеп я оставлю в описании для тех, кто чаще хочет, любит развлекаться, ездить, возить груз именно на таком прицепе, как у меня. Ну, не как у меня, а как у Игорь Янковская. Вот как бы как-то так. Что ж, ребята, как бы, ну там тут больше, там тут смотреть, там нечего смотреть. Ну там зацепим, посмотрим, как
все это дело будет выполнять. Вообще, вот, о, кстати, ребята, смотри-ка-то, как все это дело начало выглядеть. Ребята, давайте быстренько, также быстренько все это дело, быстренько посмотрим вместе с вами, как бы. А куда я набрал? Там 707. Давайте полуночь. И давайте поехали. Так, смотрим. Так, заводим. Так, аварийка. Лево. Право. Видите, как это начинает отображать? Исправлено, ребята. Так, аварийка работает. Реверс. Реверс есть. Как видите, как мы видим, все работает. Так. Быстренько. Так, 9 пускай будет. Угу. Так, смотрим. Отцепляем. Поехали. Продвинутый цепка симулятор. Так, зацепим. Ну, не знаю, ребята. Функция кабелей имеется. Имеется функция кабелей. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментах, что вы будете думать о такой прекрасной, замечательной, приватной, автономной прицеп Нефас от компании Нефас Пак, от автора Егор Янковская. Он как бы чистым трудом начал все это дело, начал исправлять, добавлять там. И было, которое не доделано было, он как бы все доделал. Как говорится, надо иметь уважение чужой труда. И запрещено сливать, что там бесплатный вариант, что там платный вариант, приватный вариант не стоит сливать. То я имею в виду, надо иметь уважение чужой труда. Вот как бы как-то так. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Желаю всех наступающим 2023 году по 2024 году. Все, что мечтаете, пожелайте. Пускай ваше желание, мечта исполнится. Крепкое здоровье, хорошее здоровье, крепкое настроение, хорошего настроения. Вот. Хорошего дня, удачного дня. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.